паспорт. Вот и заполняй. Давай вместе заполним, а то я сейчас тут что-нибудь вот налеплю. Сейчас, подожди, на меня. Здравствуйте. Лапген, у вас, да. Расскажите, почему на красный едем? Смотрите, вот. Вот, мы знаем, где у вас можно, а где нельзя, да? С чем ты с Димкой согласен? Нет, вру. Было 15:55, больше часа. Вот. Ну, надо посмотреть. Еще было много формальностей. Где такой беспокойщик? Нет, 31 километр. И водительские права у тебя, по-моему, нигде не спрашивают. Никак, да, честно. Диагностическую карту. Может, это к нам такой? А? К русским, может, такой? Ну, видишь, он съездил. Да. Насчет голосования. Можете проголосовать. Достаточно будет кинуть. Что он имел в виду, интересно? Наверное, чтобы... то, что бесполезно туда ходить. Вот как это относить, почему он сказал нам, мне, то ли то, что вот мы приехали, это мы проголосовали? Нет, ну мы же могли проголосовать и заранее, ведь это же не запрещено, там все это прописано. Не важно, ну да. Могли проголосовать. То ли наоборот, что независимо от нашего, приехали мы сюда, не приехали, это было. Я думаю, что голосую, но имел в виду то, что нас это не касается, а то голосуй, не голосуй, а всю жизнь что-то. Вот я думаю так. Да, сколько нам осталось? 29 минут. Ну что, мы в Латвии уже. Будем смотреть. Разглядывать. Латвию. Еще. Да, да, да. Смотри, сплошные озера.
Беларусь очередной раз удивила. Да, Беларусь. Причем в этот раз да. Просто приятно, неожиданно. Просто такая красотища, да? И вот этот Браслав. Конечно, здорово, красиво. Ну, я бы лучше вот эту усилила. Вот эту? Да. Ну, вот эту вообще не слышу. На погранпункте, на самом деле, однажды тоже Беларусь становится на основе то, что интересно. Это нормально. Нет, сказал то, что сказал, слава Богу, да. Спасибо ему, а то бы как это в Эстонии содрал бы 330 евро. Отношения не скажешь. Да, в общем, правильно, здесь же много русских. Нет, понимаешь, в чем дело? Вот почему у них такие, как бы, более такие избыточные по отношению к другим пунктам требования? Вот эту декларацию заполнить. Зачем это нужно? Не знаю. Пусть заполняют те, кто должен ее исполнять. Если ты сказал, ты едешь по этому коридору, зачем тебе это заполнять? Ты след найдешь, пожалуйста. Вот штрафуй, делай, что хочешь, да? Может, он из-за возраста хотел посмотреть права, там вот это все. Понятно, что вы хотели сказать, что это вообще. То есть мы почти час были на этой границе, на латвийской. Там мы были 5 минут и 15-20 минут. Лаптин.
посмотреть, что там вышло. Красный, Билайн, ВТБ, все. А ВТБ что? Ну, наверное, расплачивался. А, я расплачивался. Да. Да. Все? Закрываю? Ну что, с тобой вообще-то прилично, да? Прекрасно. То есть по их времени это получается 5 еще. Минус 2,5 градуса. Нет, знаешь,